Сегодня вот такая погода. Сейчас идет снег. До этого шел дождь. Перед этим опять снег. Все вот так вот мокро. Сегодня мои перчатки в полной мере прошли тестирование весь день на снегодожде. Как видите, они на коже впитала много влаги в себя, потому что это натуральная кожа. Но внутри сама перчатка полностью сухая. Вот у меня сухая ладонь. Сейчас одену перчатку. Вот, одела перчатку. Внутри все сухо, комфортно, несмотря на то, что когда ее снимаешь, трогаешь снаружи, она как бы кожа напитала воды. Сейчас мы ее снимем. Сухая рука. Никакой влаги, ничего нет. Так что перчи прошли тестирование. Просто оценка отлично. Хочу вам рассказать про свои новые перчатки Black Diamond. Я их уже успела испытать в разные погодные условия. Везде они себя показали отлично. То есть в солнечную погоду было не жарко. В холодную погоду было абсолютно комфортно, не холодно, даже в минусовые температуры. В снег, в дождь каталась, тоже все замечательно, сухо. Не промокли, хотя весь день находилась на дожде. Они были визуально прям мокрые, но внутри было сухо. Перчатка сделана полностью из натуральной кожи премиум класса. Верхняя часть, манжет, сделана из ткани Pertex. Это мембранная водостойкая ткань, которая не пропускает ветер, при этом она очень легкая и дышащая. В этом ее особенность. На большом пальце у нас замшевая ткань, для того, чтобы можно было протирать маску. Внутри у нас вот такой флисовый слой, который служит утеплителем. Дополнительного утеплителя нету. Очень комфортно. Я думаю, больше ничего и не нужно. В комплекте с перчатками идет вот такая пропитка. Пропитку я пока не наносила, потому что не было необходимости. Может быть, чуть попозже нанесу. Пока замечательно держит влагу, поэтому, я думаю, сейчас это не нужно.